Начинаем с сообщения о диком случае, который сейчас обсуждает вся страна. Мужчина с ножом ворвался в детский сад и зарезал 6-летнего ребенка во время сончаса. И все из-за каких-то голосов в голове. Его уже задержали и допросили. От слов убийцы мороз по коже. Смотрите сами. Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Вечная жизнь близким. И богатая жизнь себе и им. А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось. Это чудовищное убийство случилось в детском саду Нарьянмара в Архангельской области. Пьяного 36-летнего Дениса Поздеева на территорию пустили охранники ЧОПа, которые приняли его за родителя. Мужчина поднялся в одну из групп, где спали дети, и ударил ножом в шею 6-летнего мальчика. Он скончался на месте. Мужчину скрутили ЧОПовцы. Оказалось, он стоял на учете у нарколога. Следователи возбудили дело по статье убийства малолетнего. Вероятно, наказаны будут сотрудники детсада и охранники. Заведено еще два дела по статьям халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Охранника, который пропустил убийцу, тоже уже задержали. Ситуацию под личный контроль взял главный следователь страны Александр Бастрыкин.